зрения, хотя, ну, на какой-то момент твои чувства, они тебе говорят, во все твое существо говорит, это не так. Шрама Махараш приводит такой хороший пример о том, что один браман пришел, к одному браману пришел один человек и сказал, вот мой сын убил там паука, какое ему искупление нужно? Ну, браман сказал, ну, сейчас там, дал ему пожертвование, браман, конечно, стал читать шастры, кузовную мантру, сказал, за убийство паука твой сын должен поститься там 12 дней, вот я нашел. Он говорит, ну, вообще-то сделал это вместе с твоим сыном. Тот такой, сейчас, подожди. Ну, или произнести там такую-то мантру. Поэтому мы очень легко, как бы, ну, являемся прокурорами для всех остальных и с легкостью прощаем себе любые несовершенства. И это говорит о том, что мы очень сострадательны к себе. Но у Господа наоборот. Если мы увидим Его прекрасные качества, то во всех своих инкарнациях, когда он приходит как аватар Господа Рамы, даже Кришны, но в целом Кришна, он вне, скажем так, суждений социальных, хотя он ведет себя очень благородным образом, да, там Кришна неоднократно приходит и говорит там, не нужно воевать, да, ему говорит, да пошел ты, давай свою армию сюда, сам иди там, консультируй кого угодно. Вот. Но когда Господь выходит как Рама, да, то есть он там совершенно идеальный царь, он там, ну, как бы действует идеальным образом. И он крайне критичен к себе, то, что мне нравится, да, то есть Рамачандра крайне критичен к себе, там Кришна в меньшей степени, но Махапрабху в особенности. Махапрабху идеал духовной жизни. И мы видим, что Господь, он наоборот, он крайне критичен к себе и в высшей степени сострадательным другим живым существам. И это, ну, как бы одно из его божественных качеств. Хотя, в принципе, с одной стороны, он говорит, что я никому ничего не должен. С другой стороны, говорит, я сам создал религию, следую ей, потому что если я не буду следовать, то никто другой не будет следовать. В этом году мы празднуем наш день имени Шалгурудева в отсутствии его божественной милости. Не знаю, к сожалению или к счастью, мне придется быть в Индии, потому что Гурудев просил нас после ухода позаботиться о индийской миссии. Сопачари Махарадж еще, так сказать, занят многими международными проектами, нам приходится помогать ему, это очень замечательно, то, что наш центр в Индии, он стал воистину международным. Есть также много там всяких проблем, которые надо разруливать, там у нас несколько сот коров, куча там рисовых полей, понятно, что с ними делать, вот. Ну, вообще, в Махарадже все это как бы, ну, в принципе, так по-бенгальски налажено, но понятно, что международная миссия, она требует, ну, определенного статуса. Мы сейчас зарегистрировать там Вайшнавский университет, чтобы на нашем, так сказать, преданном можно было делать нормальные долгоиграющие визы. Ну и ряд всяких, ну, как бы, международных проектов и центров. Вот сейчас активно строим ведический планетарий. Такой большой проект, связанный там с 3D-моделированием, с анимацией, с технологиями. Поэтому, ну, по сути дела, приятно, что в этом проекте работают много разных людей, не только преданных. Но, в частности, уникальные проектные решения нам делают киевские ребята инженеринг. То есть, так сказать, так что участвуют киевские там специалисты в проектах, которые мы делаем. Это очень приятно. Ну, вот, о чем уже, так сказать, ну, на таком достаточно хорошем мировом уровне. Вот, поэтому, ну, по сути дела, перед тем, как уехать в Индию, я хотел, ну, как бы, заехать в главные наши центры, там до Сибири не добрался, ну, вот, наверное, весной. Вот, но, ну, можно сказать, что сейчас ситуация, она меняется на вообще, как бы, в среде. Например, мы наблюдаем в Питере, в Москве, постоянно приходят новые люди, и в основном люди через интернет. Люди приходят совершенно уже другие, они уже приходят там, они уже просмотрели массу лекций, прочитали массу там книг, вопросы очень хорошие. То есть мне очень приятно отметить, что вообще целевая аудитория людей, я не могу сказать, что там духовность стала таким массовым явлением. Мы живем в таком социуме, где
Ну, очень много такого грубого материализма. Даже мы ехали с девочками в одном купе, они с кинорынка, мы были вчера на кинорынке тоже, в связи с планетарием. Они нас узнали, говорят: о, ребят, мы вас видели на кинорынке, туда-сюда. Ну и как, пообщавшись с нами, они говорят: слушайте, ну вас совсем, как бы, вы, видно, общаетесь в другом круге людей, поэтому вы думаете, что все такие. Вот они так ехали с бутылочкой вина, ну просто там, расскажите нам про Киев, там, куда сходить. Хорошие девчонки, воспитанные. Ну просто поехали на такой культурный сейшн, попали на нас, мы потом поповедовали, рассказали что-то. И они говорят: на самом деле вам кажется, что вот, ну, вы живете в такой своей среде людей, там, где вегетарианцы, там, люди, ну, там, не пьют, там, ну, вообще какие-то свои идеалы. Он говорит: на самом деле таких людей не так много. Я говорю: ну а скажите вот честно сами, ну, какими бы вы хотели быть? Они говорят: нет, нам, конечно, говорит, очень все это близко, мы, собственно, там, ну, мы почти вегетарианцы, там, да, мы тоже там, йога нас еще интересует, мы ходим. У одной девочки три высших образования, одна в Америке, другая в Испании. Они говорят: нет, ну вообще нам все это нравится. Я говорю: ну вот, видите, мы пытаемся создать альтернативную возможность людям, которым это нравится, с этим соприкоснуться. Они говорят: ну да, да, вот Джаганнат, в Москве мы ходим, да. Мы на самом деле давно в ваших всяких там праздниках, фестивалях участвуем, приходим время от времени. Ну вот, но опять же, это момент проникновения, до какой степени человек проникает в идею, в культуру. И вот, например, в этом году у нас очень много народу хочет поехать с нами на парикраму в Индию. Я даже сказал, надо сделать просев легкий, надо посмотреть, что за народ, как бы, может быть, несколько групп сделать. Ну вот, и поэтому позитивно могу сказать, что такой тренд идет очень-очень-очень хороший. Такого роста в целом, не только в России. Очень хороший тренд идет в Китае. Вот, Китай, как бы, это новая страна, и там появляется огромное количество молодежи, которые интересуются духовностью, причем это очень восприимчиво. И те, кто были у нас в этом году на фестивале, видели, да, Джаяны, все, помните, познакомились. Очень классные китайские преданные. Но китайцам, как ни странно, очень тяжело попасть в Индию. Чтобы китайцы в Индию открыли визу, ему нужно какие-то бешеные деньги положить в банк, заморозить на счету. Ну, вот. Потому что индусы очень боятся наплыва китайцев, а китайцы очень боятся наплыва индусов. Ну вот, ну а как-то русские, так сказать, ну там и украинцы, welcome. Вот, поэтому наши девчонки, а в Китае там же так же, как в России, фактически, ну в России там постфактум, а в Китае там, ну реально компартия, как бы, она религия, это орган для народа, а все ламы коммунисты, как правило. Ну вот, но в Китае очень интересно идет система тоже духовного такого продвижения. Там такие вегетарианские рестораны, центры йоги существуют. Там, как бы, ну, церковь нельзя открывать, там нельзя открывать храм, но там можно открывать там. Ну, то есть китайцы не говорят: бизнес нам пофиг, делайте что хотите. То есть, если вы хотите с помощью бизнеса заманить людей, надо буддийские храмы, такой ресторан, такой клуб. Ну вот. Там очень классный, там чи, там реал, он такой вегетарианский. Там очень многие просто в Китае тоже секты буддистские, именно такие чистые вегетарианские. И приходишь так туда, сидишь, там что-то буддийские монахи какие-то шарятся, там медитативный зал, это очень классный, вообще такой, ну, как бы современный такой клуб, очень дизайнерский, сделанный. Там храм, заходишь, там снимаешь обувь, там медитируешь. Там магазинчик, там всякие четки, лотосы, ну, такой очень прикольный, кстати. Мне очень понравился такой центр, как бы современный. Ну, при этом там проектор большой, там где-то зал йоги, массажные какие-то, там люди сидят, там что-то буддист, монахи какие-то головы могут, там что-то там рассказывают по дороге. После работы такие китайцы полуотмороженные лежат. В общем, так нормально происходит, но у китайцев просто все такое на трудную терапию замешано. Вот. И мы, девчонки говорят: мы хотим открыть Джаганнат в Китае. Я говорю: давайте, мы вам поможем, делайте. Вот, поэтому у нас такие там очень активные китайские такие ребята. Мы уже, как бы, они были студентами, все так работают, и очень классно. Вот, поэтому я что говорю? Я в целом хочу сказать, что такой вот тренд в мире духовно ищущих людей, он очень за счет интернета, за счет, скажем так, сегментации, ну, понятно, да? Вы же знаете, что они хотят. И он очень растет, и очень приятно видеть то, что такие страны, как Китай, например. А Прабхупада, он сказал, китайцы примут сознание Кришны последними, но следовать будет лучше всех. Ну вот.
Я там приезжаю, а это учитель йоги, я говорю, ты чем занимаешься? Она говорит, я консультант. Я говорю, а чем занимаешься? Она говорит, ну танцами. Ну сейчас консультирую монахов из Шаолини. Я говорю, да. Она говорит, а вот мы делаем на Олимпиаду, там на какое-то шоу, там должно 2000 монахов летать. Я говорю, да. Я говорю, а как? Ну, типа, мы делаем левитацию, кевларовые нити тончайшие. Ну вот. А у нас специальная подвесная система на стадионе, и там 2000 монахов взлетают, левитируют. Ну там свет не видно, извините, вообще. Но он говорит, я учу их летать и танцу, потому что, ну как бы, ну она хореограф, она говорит, я там ставлю какие-то. Потому что там, говорит, не только кунг-фу, но они будут там все летать. Ну по-настоящему. Ну вот. Я говорю, ну нормально, прикольно, а как это все выглядит? Она мне фотографии показывает. Показано, она говорит, а вот 1200 человек каждый день тренируются по 6 часов в день. Я такой, да, 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 вот там, конкретно. Стадионы там. Я говорю, а в чем, как они летают? Она говорит, ну как, один летает, а 6 его тащат. То есть, ну, представляете, да, кевларовая нить, и, ну, как вот как в цирке, да, 6 человек его на этой кевларовой нити страхуют. И они это все делают по команде одновременно, все там. 1000 летают, там летают, там бабочки, в общем, короче. Я посмотрел на кусочки видео, я был вообще в таком шоке. Сказал, ну это такой небольшой проект наш, национальный, к Олимпийским играм. Я подумал, круто, конечно, но ну, как бы. Я подумал, да, ребят, если вас что-то зацепит, вы к этому можете очень серьезно отнестись. Ну, вот. И такой очень позитивный тоже был момент, когда я путешествовал по Китаю, что. В принципе, они же все как бы, ну, такие достаточно подготовленные люди. Потому что вот у них, например, то есть там, ну, даже в одежде монаха я приходил в университет, давал лекцию, там общаешься на лекции, половина студентов пишет. Потом попросил, можно спросить по поводу этого? Ну, там, человек задает вопрос. Я так с приколом рассказываю, на его посвящает, там остальные смеются, хихикают, вот таким остальным. Что вы смотрите? Я же пытаюсь узнать. То есть я видел такой, как бы, ну, китайский студент, они с такой жадностью, ну, как бы, вот, воспринимают знания, там все пишут, там, думают, подходят. Я подумал, да, ребята очень такие серьезные. Ну, вот, но это позитивно в том, что Восток и Запад, они как бы ищут друг друга. Как ни странно, вот, ведическая идея, она находит отклик не только там, скажем, у нас, там, или в самой Индии, а Китай, да, там. Япония, там, Юго-Восточная Азия, то есть там тоже есть, появляются люди. Нужно такой вопрос по тому, что вы говорили. О, китайский студент нашелся. Сразу сказать, что Индубушан, он иногда посылает мне в день по 50 ссылок. Она говорит, Махарадж, надо прочитать это. Я говорю, открываю его письма, думаю. Как он интересно это успевает делать? Ты же говоришь по-китайски на душу, да? Не, ну учил немного. Я понял. Трошки, говорит, баши, хинди. Ты же мандарин учил, да? Не знаю. Вот, давай. Хорошо, вопрос. Вот вы говорили там, ну как бы больница хорошо, если заболел, лечиться, тюрьма хорошо, если там как бы там отделяет те, кто как бы. Там, правильно делать тех, кто неправильно, и что даже есть цель какая-то, что вот там вот миллионы жизней, душа в материальном мире, в этом тоже есть какая-то цель. Ну как-то вот. А то краткий конспект моей лекции уже станет твоим. В чем фишка? Вопрос. Забыл. Не, ну вот, то есть, мне как-то это... Он хочет расширить эту тему, наверное. Ну, материальный мир, он всё-таки... Я смутила вечность бытия. Всё то, что? Скажите, что это за вечность бытия? Я смущен. Ну, действительно, мы можем быть смущены, потому что мы, как правило, сконцентрированы. Понимаете, вот один мой друг, он сказал, значит, мы были в Женеве, в Швейцарии. Поехали туда книжки продавать, ну, распространять духовные. Какого найдем? Женева, все красиво, лебеди. И он мне говорит, а вот если стать миллиардером? Ну, как Мадху Кришна Прабху, ну, я его зову Дарсу Зала, сама искренность. Что думает, о том и говорит. Я говорю, понимаешь, брат, чтобы стать миллиардером, надо хотя бы сначала стать миллионером. Чтобы стать миллионером, нужно хотя бы заработать 100 тысяч. Чтобы хотя бы заработать 100 тысяч, нужно, чтобы хотя бы был какой-то план сделать 10.
в конечном итоге $1100 или один. Поэтому, когда ты сейчас говоришь, а вот стать миллиардером, да, то ты увидишь на самом деле, что этот путь, ну как бы, это некая цель, да. Мы сейчас не говорим о методиках. Она состоит из того, что, ну, есть некий путь, который ты должен пройти. Поэтому, когда мы, например, ставим себе какие-то ограниченные цели в материальной жизни, с одной стороны, ну, как бы это приземляет нас и делает, ну, нас, скажем так, прагматикой, да? Но с другой стороны, это полностью лишает нас перспективы, ну, и счастья. Ну, достигли. Многие люди, которые достигли всего, даже покончили жизнь самоубийством, все, знаете, там, великие бизнесмены, которые, нечего было больше достигать. Все, они вышли на уровень самоуничтожения, потому что все достигнуто. Все, цель жизни потеряна. Вот в связи с этим веды, они говорят нам о перспективе безграничного бытия, но это не значит, что нет в духовной жизни конкретных шагов. И наоборот, мы увидим, что отсутствие или неспособность достичь конкретных целей в духовной жизни, да, в своей духовной практике, именно удерживает нас на каком-то определенном уровне. И в связи с этим, например, очень хорошо то, что, ну, может быть, я на себе часто чувствую такой момент. Есть такая история о том, как молодожены отправились из Прояга в Харидвар на лодке. Ну, пришли молодожены там с родственниками, вся свадьба. Сели дружно за весла, ну, поплыли как бы. Плыли, плыли, гребли. Ну, вечером сели на лодку, к утру должны уже быть, ну, как бы по течению, там, через 100 километров. И вдруг солнце всходит, они смотрят, что они там же. Что такое? Гребли всю ночь, все работали там, пели там, наваливались на весла, раз, смотрят, черт, якорь заплюнуть. И вот поэтому веды, они говорят как? Ну, писание, они говорят очень просто, что если мы хотим какое-то движение в сторону безграничного, да, то одна из ситуаций — это наши якоря, а что нас держит в этом мире? И мы увидим, что такие, на самом деле, маленькие вещи, которые, казалось бы, нам очень, ну, незначительные, они являются глобальными якорями. Это наши желания, наши привязанности. Да? Наши... И мы увидим, что на самом деле вот эти вот якоря вытащить, перерубить вот эти концы очень-очень сложно. И это невозможно с помощью, ну, какой-то своей собственной силы. Поэтому то, что мы с вами говорили, это соприкосновение с какой-то высшей целью, высшей идеей. И то, когда что-то нам дается как некая награда, как некая способность. А через нашу жертву, через тапасию мы получаем некую способность. И в связи с этим мы увидим, что жизнь – это на самом деле жертва. Ну, материалисты, они все понимают, что жизнь – это жертва. Хочешь успеха – работай 24 часа. Хочешь, чтобы дети были нормальными – занимайся их воспитанием. Хочешь, чтобы было там чисто в квартире, как бы убирай ее каждый день. Да? То есть нет смысла загаживать ее. Надо каждый день поддерживать чистоту. Мы увидим тогда, что жизнь, в принципе, наша – это определенная жертва. Но для каких жертв сколько мы уделяем времени? Ну, потому что у нас, на самом деле, если мы будем анализировать, ну, скажем так, я сейчас уже говорю о каких-то практических вещах. Если мы тупо, например, возьмем бумагу, ручку и начнем записывать, что мы сделали сегодня, то мы увидим, что на самом деле постоянно, вот если мы начнем просто исследование проведем, как вот делают маркетологи, да, они проводят исследования по поводу, то мы увидим, если мы будем исследовать себя, то мы увидим, что в целом большую часть времени мы тупим. То есть мы неэффективно используем время. Мы неэффективно его используем, например, мы читаем там одни и те же идиотские новости, но на это уходит там, вот я посмотрел, например, час времени. За час я бы мог там, я не знаю, Махабхарату прочитать за месяц, да? Я понимаю, что если идиотские новости буду читать не каждый день, а раз в неделю, они, в принципе, не изменяются. Там, тот-то там, того-то убили, это произошло, да? То есть они никак не влияют на нашу жизнь. И мы видим, что огромное количество наших жизненных, потенциальных, скажем так, действий в нашей жизни – это сосальщики. Есть даже люди, которые называются сосальщиками нашего времени. Ну, мы там подвисли с ними, раз в час прошел. Да, то есть, я вот, например, в свое время понял, я избавился от общения с несколькими людьми, которые были явно сосальщиками, у меня появилось столько времени свободного. Ну, вот. Причем им казалось, что они говорят на духовную тему, но я понимал, что это было, ну, обман. И я не говорил, то есть они мне задавали один и тот же вопрос, и я им отвечал один и тот же ответ. И так далее. Поэтому, когда мы
будем анализировать нашу жизнь и бесконечность, то мы увидим, что а какие у нас есть бесконечные цели, вечные цели. Поэтому веды говорят, не те карма, не те дхарма, вечные цели. Вот, например, поклонение Господу – это вечная цель. В этой жизни, следующей, богатые, бедные – это все твоя вечная цель. Поэтому они говорят, займись вечным, то есть удели какое-то время своим вечным обязанностям. У тебя есть временные обязанности, там, семья, дети, дом, работа и так далее. У тебя есть вечные обязанности, да? Поэтому говорят, кулакера прямо дхама харинама санкиртана. Это твоя вечная обязанность прославлять Господа. И вдруг ты увидишь, что, да, это как вот, ну там, люди хотят там корректировать фигуру, им говорят, каждый день там чуть-чуть отжимайте там штангу или там двигайтесь, или йога, поза, да. И вы вдруг увидите, что то, что кажется тяжелым, это штанга, да, там. А на самом деле, когда ты уже вошел в процесс, тяжело только начать ее дернуть. Когда ты вошел в процесс, тебя начинает как бы переть от того, что ты ну, как бы, чувствуешь прилив силы и так далее. У меня были такие моменты в жизни, например, я понимал, да, что там, чем круче я занимаюсь садханой, вот там 4 часа регулярно стою, изучаю писание, я чувствую, что меня так внутренне прет конкретно. И потом наоборот я стал думать, не слишком ли я много стал изучать писание, не слишком ли я стою. Я стал как бы себя ну, послаблять, и в результате любви к себе я стал подвисать и деградировать. И вот поэтому, когда мы говорим, а что такое любовь к себе и как ее проявлять, да, до какой степени себя холить, лелеять. Поэтому, на самом деле, если мы любим себя как я, как душа, как часть божественного, часть вечного, то мы, безусловно, будем стимулировать в себе духовное. А это не происходит таким образом, что мы это сделали сами, да, там, вспомним, с помощью Луизы Хейли и метода самонакручивания. Это не работает, потому что подлинно работает только вдохновение. И вот мотивация наша, она зависит от нашего духовного общения. И вот если мы начинаем общаться в духовном кругу, мы начинаем слушать трансцендентно. В основном это, кстати, очень хорошо в интернете, там Шридхар Махарадж, Бхарати Махарадж сделал сайт потрясающий, bharati.ru, там очень много хорошего Шридхара Махараджа. И вот я беру иногда, ну, захожу, слушаю, я думаю, вау, это же ответ на все мои вопросы. Почему? Потому что я понимаю, что там не просто слова, там высшее сознание придет. Я соприкасаюсь с этим высшим сознанием, я начинаю в этот момент жить высшим сознанием. А потом что-то кто-то прибегает, там, начинает орать, я начинаю что-то орать, мы все там в каком-то раджасе, там, бежим куда-то, несемся. Я понимаю, что вот день еще раз прошел впустую. Поэтому стоит только начать анализировать себя, свою жизнь, то мы видим, что огромное количество времени мы тратим впустую. Это не я говорю, это говорит Прохлад Махарадж Шримад Бхагаватам. Когда Прохлад Махарадж говорит, там, одну треть жизни человек спит, там еще 10% тратит на туалет, там, помыться, еще там на еду. А представляете, потом еще какую-то часть жизни он тратит, ну, чтобы заработать на жизнь. Да? По сути дела, когда мы говорим, а сколько человек должен работать? У нас получается там рабочий день 8 часов, там час-два часа доехать до работы, 2 часа уехать с работы, потом от работы отдохнуть. И получается, да, что современный человек, он не более чем осел. Почему-то была ведическая цивилизация, которая была построена на, ну скажем, там, внутреннем замкнутом цикле, да, там. Потому что человек жил там в гармонии с природой, там, выращивал какие-то растения. То есть, в принципе же, какой? Все оно само растет. То есть мир он устроен так, что Господь он все дает. Но сознание такое было, да, такое другое время было. Поэтому человек ходил там пешком по дороге там куда-то, да, пока он идет там на работу, он спортом занимается, пока он там какой-нибудь там ботву там вытаскивает. Ну, как, ну он живет гармонично достаточно, да, то есть, в мире. А мы сейчас живем с вами в таком социуме, где кажется, что мы живем в продвинутом социуме, а на самом деле продвинутость она очень относительно. Но у нас появились с вами другие возможности, например, да, там. И тут очень важный момент, это вот поймать, скажем так, вот эту нить здравого смысла между внешней жизнью и внутренней жизнью. Потому что ответ на твой вопрос, Дубушин, такой, смотри, для чего нужна майя, иллюзия? Богословие сказал, не слишком привязанный, не слишком отвлеченный. Если сейчас взять какого-то человека, посадить его, например, в храм, ну, сказать, вот тебе храмовая жизнь. Через месяц он сойдет с ума. Знаете почему? Он не готов. Он ум не успокоился, чувства не успокоились. Да? Я даже сам по себе знаю. Я вот думаю, почему я занимаюсь разными проектами?
А это как вот станция сказали, что не было блуда, рукоделия. Ну, что-то надо делать. То есть ты не можешь 2-4 часа сидеть в медитации. Поэтому писания, они говорят о том, что человек, он в любые обстоятельства, как бы некий совершенный инструмент, он может выставить. Ты знаешь, сколько тебе нужно спать, сколько тебе нужно есть, сколько времени ты эффективно тратишь на духовную жизнь, на свою социальную жизнь. Но ты должен выстроить вот этот тренд божественный, вечный. То есть идею бессмертия, идею служения, идею жертвы. И жить в соответствии с этими принципами как в духовной жизни, так и в своей материальной жизни. Вот тогда ты будешь гармонично совершенен. Если это не произойдет, то ты будешь в каком-то перегибе находиться. Там ты не готов еще к духовной жизни до конца, да, потому что духовная жизнь — это очень осознанная, но также не умеешь жить материальной жизнью, да, начинаешь страдать. И наоборот. Ты слишком становишься материалистичен, слишком начинаешь быть эгоистом, и в результате этого теряешь какие-то внутренние духовные вещи. Поэтому писания говорят, как преданный, он, если он развивает все преданности в веру, и он искренний, то иллюзии его обманывать не будет. Ты получишь столько, сколько нужно. Кришна говорит, я дам то, что тебе необходимо, и сохраню то, что есть. Я вот вижу, например, по разным людям, я живу достаточно долго в этой теме, ну, относительно, скажем, в этом воплощении уже смотрю. Я смотрю, например, да, вот у нас разные люди были. Там одна девушка, она из Дальнего Востока. Мы с ней познакомились с тем, что она помогла нам вытащить машину из болота. Такая девушка. С фильма «Убить Билла». И она раньше была на всех фестивалях, она очень хороший танцор. Она была против сознания Кришны, потому что ее друзья были такие, ну, типа, мы уже все знали. Я помню, даже они прикалывались, пели Харе Кришна над нами. Ну, и танцевали, как мы. И она такая была, даже танцор. Вот однажды, однажды застряла машина, она помогла нам вытащить ее из болота. Писать такая девушка, которая машину из болота может вытащить. И мы с ней поехали по дороге, мы подвезли ее до Москвы, и с ней говорили 2 часа. И за 2 часа она узнала все о сознании Кришны. Она вышла из этой машины, представляете, да, вот такая все, она уже стоит в Москве. Вот эти 2 часа жизни, они ее полностью изменили. И мне было очень интересно, а как она вообще дальше будет жить? И она прошла потрясающий опыт, сейчас родила детей, ребенка, ну, там, вышла замуж. Она продолжает заниматься активно, там, у нее школа танцев своя. Но вот я знаю, что она очень искренний человек, и я вижу, как вот, ну, Господь ей дает то, что нужно. Ну, как бы вот все, что ей нужно было, Господь ей дал. Она там из другого города, там, из Владивостока, ну, как бы, то есть вот. То есть у нее была очень сложная жизненная ситуация, но она искренняя. И вот так получилось, что там у нее родился ребенок. Ну, в принципе, все, что хочет, скажем так, женщина в этом мире, она получила, но она это не искала. Понятно, да? То есть ей как бы Господь дал. Почему? Потому что она очень искренняя душа, и у нее огромный потенциал служения. То есть, как бы высший мир, он начинает тебя принимать настолько, насколько ты этому высшему миру, ну, предаешься. Это как вот на. Отец, он заботится настолько, насколько ребенок, он ему отдает свою веру. Поэтому преданный, он живет всегда идеями веры, а не объективными фишками, понимаешь? Потому что там преданный строит какие-то планы на будущее, коварные, там, вот на этой стадии я это достигну, через 5 лет я начну летать, через 7 лет я буду проходить сквозь стены, через 8 лет я переселюсь на высшие планеты, да, махая ручки, нет. Извиняюсь, может быть, ответ такой не совсем точный, но... Поэтому, если даже преданный его карма или Господь наказывает, это хорошо, если он это понимает. Ну, как в школе, да, ты двойку поставили, нужно плакать. Просто не выучил урок. Какие-то еще есть вопросы? Хорошо. Скажите, пожалуйста, я вот в одной из ваших лекций слышала, но это как-то было коротко очень, и я недопоняла, наверное, скорее всего. Вы говорили о том, что в духовном мире тоже существует какая-то смерть.
не какая-то, а сама духовная. И что она намного болезненнее и выглядит по сравнению с нашей. То есть вот как это понять? Ну, давайте представим так. Вот есть театр. В театре существует смерть. Это смерть негативная или позитивная? Ну, вы идете в театр, вы же идете, смотрите, как кто-то умирает. Вы идете в театр, чтобы пережить определенную вещь. Там Ромео и Джульетта должны покончить жизнь с собой. И что происходит? Конечно, в итоге вы хлопаете, да? Почему? Потому что... Поэтому, когда мы говорим о духовном мире, который построен по принципу Лилы, ну, Лила, что такое Лила? Лила – это спектакль. Вообще, жизнь – это спектакль. Но, к сожалению, мы не всегда режиссеры, и на самом деле мы свои подлинные роли это не знаем. Вот, например, гораздо больше повезло там кому-то, Святому Петру или кто-то там сидел, рыбу ловил с удочкой. Павел или Петр? Петр. Петр. Да, Петр был рыбаком, сидел там. Проходил мимо, Христос спросил, ну шо, клюет? Да, что-то там, трошка на клее. Он говорит, пошли со мной, я сделаю тебя лицом, душ человеческий. И вот он в этот момент, кстати, да, вот ну, просто мужик с удочкой. Но мимо тебя происходит учитель, да? А ты потенциально, ну как бы, ну это Лила, да, мы не говорим, что каждый, но ты потенциально готов посвятить свою жизнь Высшему. И Христос ему говорит, бросай удочку, пошли со мной. Он оставляет удочку, идет, кем он становится? Ну, апостолом, да? Дальше там Павел, да, его какая его история? Ну, если говорить о христиане. Он должен был убить христиан. То есть он убийца, его присылают, убивают, там, он должен всех вырезать. Ну и как нормальный убийца, профессиональный, он должен немножко войти как бы, в роль, там, пообщаться с жертвой. И вдруг он начинает общаться, и вдруг он понимает, хорошие ребята, черт. Ну еще скажи, там, он говорит, ну я тебя зарежу последнего. И вдруг в какой-то момент он трансформируется. Почему? Потому что видя этих личностей, в нем происходит трансформация, да. Это. На самом деле, то же самое в вайшнавизме, огромное количество историй, да, о жизни святых, начиная от жизни Харидаса Такура, заканчивая от жизни многих преданных. Например, один из великих вайшнавов, он говорит, я уже стар, у меня нет учеников, но у меня божества, я скоро уйду из этого мира, надо кому-то их передать. Ну, его все там другие пабаджи говорят, ну вот, ты там так и не нашел за свою жизнь себе ученика, достойного преемника. Он говорит, да чего с ним, завтра первого, кого увижу, вот силой своей святости, обращу его святого и передам ему. Ну, и он сидит на берегу Ганги, раз, труп плывет, молодого парня. Он думает, да черт, я дал слово. Он говорит, ну, а придется силой своей святости оживлять его. Там парни, ну, в Индии, когда кого змея кусает, его не кремирует, бросает, да? И этот человек укушенный змеей, он силой своей, ну, своей йогой шакти, он оживляет его и говорит только там. И он говорит ему, теперь ты как бы мой будущий ученик, ты будешь там сад. Он говорит, я помню, что я умирал. Он говорит, это все прошло уже. Я даю тебе жизнь. Вот, поэтому это говорит о том, что если мы достаточно удачливы и у нас есть внутреннее теистическое понимание, мы можем принять этот шанс как будущую жизнь. Поэтому с точки зрения Кришны мы все бессмертны. И в духовном мире, знаете, да, там нет никого. И здесь нет, и здесь никого нет смертных. Это просто нам кажется. Но мы в иллюзии пребываем. Черт, там зима наступила, все, это конец. Там раз опять лица. Поэтому душа, она бессмертна. И вот с этой точки зрения Кришна, он проходит смерть. А смерть это одна из стадий любви последних. Но преданные ее не понимают. Почему? Потому что в любви смерть это бездействие. Поэтому они понимают. Это только как некие промежуточные состояния. Да, поэтому иногда в каких-то лилах они умирают. Но это не цель. То есть это часть драмы. И так же, как здесь. Ну, по сути дела, что происходит с нами, когда мы умираем?
собираются родственники, одни плачут, другие радуются. Но... мы освобождаемся от этого болезненного физического тела со всеми привязанностями, то, что мы накопили, там, все же трудились, там, мы быстренько нас освобождают от всей этой иллюзии, да? И мы раз по новой начинаем опять как бы свеженькие, молоденькие, бодренькие. Да? И это тоже с этой точки зрения тоже позитивно. Да? Знаете, вот, там, когда уже постареет, думаешь, вот быстрее бы, да, там. Я понимаю, что Гурдев, он при том, что он был трансцендентным, он говорил, да я не хочу уже идти к этим врачам, там, иголки, говорю, пускай я оставлю тело здесь с преданными, чем лежать там на этих врачах. Ну и что там, тебе еще на час там, на кислородном аппарате. Поэтому мудрецы, в Бхагавад-гите же сказано, мудрецы, они этим не озадачены. Другое дело, как это в духовном мире происходит. Но мы не можем это понять, потому что там мы сейчас дети, которые сидят и рассуждают о дочках матери, понимаете, да? То есть, когда сознание придет, потому что у нас есть представление о жизни, у нас есть представление о любви в этом мире, да? Но это не имеет никакого, это как вот дочки матери, да? Там сидит ребенок, у него там здесь две куклы, там он кормит их песком, вот, там одна кукла заболела, умерла, там вторые куклы там влюбились, появилась еще одна кукла. Вот это сейчас наш опыт материи. Мы же я не переживаю. В этом основная фишка, что веды, они вообще прекрасные вещи говорят. Они что, что мы луна, которая отражается в воде. То есть, если говорить более конкретно, помните, как в фильме «Аватар»? То есть я, оно пребывает отдельно в капсуле, а движется лишь только то, во что вошло сознание. Понятно, да? То есть наше полное я здесь не реализовано, здесь только тень определенная. То есть мы только чем, мы даже себя не знаем. То есть мы вот имеем в этой жизни вот с этим дело, но это временно. До такой степени мы не знаем свое я, не говоря уже о сверх я, о том, что выше, чем мы сами. В духовной реальности. Поэтому, ну как происходит пробуждение? Через будильник, через звук. Почему Хари Кришна Махамантра? Почему она исходит от гуру? Потому что тот, кто пробужден, он должен сказать, пора, вставай. Вставай там, ты уже там миллионы жизней заигрался в эти игры. Пора тебе все уже домой, там позже. Потому что в виртуальной реальности ты не можешь быть только виртуальными булочками. А настоящее сопереживание, оно на уровне души. Вот. Мы ждем этого настоящего переживания, то, что полностью удовлетворит все наше я. Душа, она проснется, она будет полностью удовлетворена. Поэтому почему нас сейчас Хари Кришна не удовлетворяет? Это на уровне сна, понимаете, да? То есть пока еще это все на уровне сна. Нам во сне нам снится, что к нам гуру какой-то, там, какая-то философия нам снится. Очень интересно. Но пока это еще сон. А реальность, она придет на определенном этапе. Она от пробуждения, да? И вот если вы знаете свой собственный опыт, вы понимаете, да, что есть уже такое состояние, когда ты спишь или не спишь, знаете, да? То есть ты уже как бы пробудился, но вот оно еще не работает. И вот наша духовная жизнь, она сравнится с отрезвлением. Первая, самая глубочайшая стадия опьянения, тебе показывают, сколько пальцев? 8. Там, да, то есть, когда ты мертвецкий пьян, ты не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой. То есть сознание какое-то есть, оно там двоится, троится, оно не узнает, да? Поэтому там в безумии опьянения ты можешь не узнать там своих близких, своих друзей, там, пытаться там даже ударить. Потому что ты опьянен материей. Но когда ты начинаешь постепенно трезветь, что с тобой происходит? Ну, для русских, для нас, для всех это понятное состояние протрезвления. Каждый проходил. И труп перестает там двоиться уже меньше. Да? Ты не качаешься. Голова падает. Ну, мы сейчас не про почный эффект, мы про процесс самого трезвения. То есть ты начинаешь распознавать, чем трезвее ты становишься, тем больше ты как бы, ну, функционален к той реальности, как так же мы сейчас. Чем больше мы будем проходить духовное осознание, тем больше мы будем адекватны к реальности. Поэтому почему Диоген там говорил о бессмертии, там, или о бесконечном? Потому что он был, ну, в какой-то степени там отрезвлен относительно вечного, а другие нет, да. Но Диоген был, имел некий там интеллектуальный, может быть, мистический опыт. Когда мы говорим о сознании Кришны, это гораздо глубже, потому что это опыт души, чистый опыт души.
Вот, но тут просто, ну как бы, к этому не нужно относиться поверхностно. Это процесс всех наших воплощений. Это не то, что там сейчас, здесь. С точки зрения вечности, там одна или миллион жизней ничего не значит. То есть то, что мы прожили уже миллионы жизней, это ничего не значит. Ну что? Ну а зачем душа тогда вселяется в то тело, которое, допустим, с рождения больное, да, есть, ну, понятно, болезнь, которая как предсмертное состояние, вселяется в больного человека, который там всю жизнь будет бездвижен, или душевно больной? Карма. Карма? Один мудрец, он медитировал, за ним Господь Брама прислал Виман, космический корабль, сознание. Все, пора. Он говорит, слушай, ну, он говорит, ну я бы хотел так еще о Вселенной узнать. Вот я тебе покажу все. Вот на Вимане они прилетают, адские планеты, порталы. И там, он смотрит, адские планеты, там кошмарные вообще условия существования. Там какое-то живое существо стоит на... Человек стоит на четвереньках и есть испражнение с корыта. Он говорит, стой, подожди, что это такое? Он говорит, да это вот адские миры тут. Он говорит, а вот этот человек, что он сделал? Он говорит, ну как он там, ну, хотел прелюбодействовать с женой своего друга. И вот сейчас он стоит на четвереньках, ест испражнения из лоханки. Ну, мы его дрессируем, а потом мы дадим тело свиньи. Он сейчас пока так поест. Ну, чтобы понял. Потом побудет свиньей, ну, как бы жизнь какую-то, да, вот там, чик, и потом обратно. Он говорит, слушай, ну это грех, конечно, но неужели вот ради такие муки должен проходить человек, ради такой ошибки? Вы это понимаешь, ну, как бы ни один человек, он не может оценить свою ошибку. Ну, любой человек может себя оправдать, поэтому есть некие вселенские законы. Он говорит, а есть какая-то возможность изменить вселенский закон? Есть ли такая возможность, чтобы я... Он говорит, ну вот ты святой, ты в принципе можешь изменить. Он говорит, ну тогда давай я хочу отдать все свое благочестие вот этим людям, которые здесь в аду, и начать все сначала. А пускай они заберут мою сукрити, мою карму, и освободятся. Потому что ты же сказал, что я уже освободился. Он говорит, ну так невозможно. Один день своей тапаси ты можешь отдать себе грешки. Только один день. Он говорит, ну я незначительный человек, что я могу сделать? Один день. Он говорит, ну ты отдай, посмотрим. Он говорит, хорошо, я согласен. Один день своей тапаси я отдаю планете Потала. Вдруг он увидел, что все эти грешники, они там раз, трансформировались в такие позитивные личности, там, стали практиковать духовную жизнь. Даже черти. Он говорит, что это один день? Он говорит, да, это один день. Он говорит, один день твоей духовной жизни может изменить этих людей. И действительно, когда мы, ну, видим, когда происходит с нами какой-то момент, живут, как помните, там, одна секунда, когда мы, ну, кстати, мы летим на космическом корабле, и у нас, вот перед нами космос. Туда пойдешь, коня потеряешь, туда пойдешь, это найдешь. Да? И вот в этот один момент мы решаем на себя, нет, надо лететь домой. Мы принимаем правильный курс. С этого момента наш космический корабль нашей души, он уже идет через бесконечность в сторону дома. Вот, по сути дела, духовная жизнь – это вот такая штука. А там в результате кармы можно рождаться, там, свиньями, бегемотами, кем угодно. Был такой великий преданный Гаджарадж. Он был великим царем в Южной Индии и таким благочестивым царем. Но он поступил однажды как слон. Он был слишком таким, говорит, царем, правильным, да, таким, ну. И он оскорбил одного вайшнава, святого. Ну, потому что ему показалось там, что садху что-то не так делает. Ну, в общем, короче, не стал разбираться, он, так сказать, применил свою царскую власть по шаблону и наказал его. И в результате в следующей жизни он родился слоном. Но поскольку он был очень праведным, великим царем, очень чистым человеком, он родился очень позитивным слоном. Во-первых, он родился в Индии, на земле Бхараты, и постоянно там купался в Ганге. Во-вторых, он родился царем слонов. У него были очень позитивные слонихи, там, слонята.
Вот. И он водил своих слонов. Но так получилось, что даже будучи благочестивым кшатриям, он был вынужден из-за своего оскорбительного отношения к простому вайшнаву стать слоном. Но Кришна, называется Гаджендра Мокша в Шримад Бхагаватам, но Кришна не просто хотел над ним издеваться, потому что он понимал, что я хочу, чтобы это твое воплощение было не только слоновым, но еще и последним. И так получилось, что он водил свое стадо слонов через реку, где они купались, пили воду. И в этой реке священный жил крокодил, аллигатор. Как он был лидером слонов, так и этот крокодил был лидером крокодилов. Огромный аллигатор. И вот когда он увидел слона, он подумал, вот это мой достойный противник. И когда слон зашел купаться, аллигатор огромный напал на него. И между ними состоялась битва. И получилось так, что слон, который, ну, сам по своей природе король джунглей, но попав в воду, это не его среда. И аллигатор просто потихоньку все глубже и глубже его затаскивал. И в какой-то момент слон потерял почву под ногами, понял, что все. Каким бы мощным ни был слоном и великим воином, как бы он ни сопротивлялся, аллигатор потихоньку делал свое дело. И в этот момент, когда он понял, что ни слоны, ни слонята, ни собственное племя, никто мне не поможет. Потому что каждый из нас будет пройти свой индивидуальный уровень, свою индивидуальную смерть. Он понял, что бесполезно. Да. Мое положение в жизни, никакого отношения к моему положению к смерти не будет. Даже в виде ухода Гурудева из этого мира, я понимал, что даже он не лишен страданий. Хотя он ушел со мной с тела, на глазах. Но перед этим год еще мучился. Кстати, да, мучаешься каждый день. То есть никто тебя, даже если это трансцендентная личность, никто не изменит твою природу. Ты должен пройти определенный опыт. Такова воля Господа. И, вероятно, этот опыт для того, чтобы ты понял какие-то вещи. А гуру, когда это делает, просто показывает своим примером. Не смотрите на меня, даже я буду страдать, что же говорить про вас. И вот. В этот момент у него не было выхода, он обратился к Господу и стал молиться к нему. И Господь был очень удовлетворен его молитвами. Потому что в этот момент слон, который был сам по себе очень гордый, надменный, в этой жизни он царь людей, следующий царь слонов, в этот момент он понял, что Господь единственное прибежище. И это то, чего хотел от него Господь. Да, что ты уповал не на свою силу, не на свое величие, не на свой интеллект, а уповал на меня, потому что ты попал в ту среду, где ты, извини, она тебе чуждая, вода, она для крокодила, не для тебя. Так же мы, как душа, мы попали в мир материи, но это чуждый для нас мир, это неестественный для нас мир, как бы нам бы ни казалось, что мы знаем, да, Киев вдоль и поперек, тут у нас много знакомых, друзей, родственников, тем не менее, это мир смерти. И в этот момент Господь Вишну явился, он тут же своей чакрой убил крокодила, и крокодил был тоже великим божеством с высших планет. Поэтому Господь сделал так, он освободил одновременно и слона, и крокодила. Правда, он же идеальный стратег. Он устроил так, что и крокодил, и слон, каждый получил свое, и каждый достиг совершенства. И история крокодила о том, что он, то, что было в высших мирах, там, Гандхарвом, который там, в результате деградации родился крокодилом. У него были, ну, крокодили наклонности, жадности, какой-то гнев. Ну, кому, если ты хочешь таким быть, будешь крокодилом, там, питаться там трупами, прятать в болоте. Поэтому все наши, как бы, качества, они говорят о том, что мы не знаем, то есть, о чем говорит Шримад Бхагаватам? Шримад Бхагаватам говорит о том, что, ребята, иногда даже великие святые, такие как Джада Бхарат родился оленем, Гаджапати родился крокодилом. Что же говорит про нас? Только мы можем родиться не какими-то там духовными оленями, как Джада Бхарат, безмозглыми. Вот. И есть такая история о том, как задали вопрос Мадхвачарье, а кто будет следующим гуру? Мадхвачарья сказал, а вот этот бык. Они говорят, как это вам будет гуру? Он говорит, ну как что, он
Мои книги, мои труды, меня он возил всю свою жизнь. Почему? Будет в следующей жизни гуру. Это может быть. Мадхвачарья говорит, по моей милости все может быть. Когда Мадхвачарья ушел из этого мира, он оставил 4 учеников. Джайтиртхи, там, Джайдитхи и так далее. Вот один из них, они все были очень продвинутыми личностями, очень образованными. И вот один из его учеников однажды на берегу реки видел, как какой-то красивый очень мужчина там, с кутаром, кшатри, в царском таком обличии, идет к реке, такой спрыгивает с коня, идет к реке, но видно, что пить хочет. Встает прямо на четвереньки и начинает пить, да, прямо в воду, не пригоршнями, да, как, а прямо вот лицо опускает и пьет, и фыркает еще так. И он говорит, ты так же наш пык фыркал. И что-то ему внутренне дало, он вспомнил про предзнаменование своего гуру, и он говорит, там можно с вами поговорить, а тот оказался такой очень продвинутый, и сейчас говорит, да, конечно. Вот я хотел поговорить с вами о атеизме, о духовности, только к вашим услугам. И за 2 часа этот царь оставляет все свое царство и становится гуру. Ну, через какое-то время. Поэтому он 4-й ачарья. Он бык в прошлый раз. Да, то есть он чувствует, что... То есть он родился для того, чтобы давать духовные знания людям, но в прошлой жизни он мог быть животным. Поэтому, если мы поверим в Пураны и Веды, а нет основания, так сказать, не верить, да, в Высшее Писание, то мы видим, что наше представление о мире, оно не стоит на нашем опыте. Мы не сами, вы говорите, там, а почему он так, ну, что мы, что вы заходите на сайт и там, выберете свое будущее тело, там, чик. Какие вам нужны волосы, там, выбираете, там, прически, там, чик. Профессию, там, место проживания, там, средний доход. Родственников и семью, да, там вы на сайте выбрали, там, и потом там. Теперь дерните за ручку. Не так происходит. Наша совокупность наших определенных поступков и действий, она рождает то, что произойдет. Но есть еще очень важный момент. Господь, ведь он почему это сделает? Не потому. Преданный, который предался Кришне, он не находится вне кармы. Сам Господь решает. То есть карма это другое, совершенно другая вещь. Кто предался Кришне, он уже не в законе Кришне. Карма это как, например, ну скажем так, спецслужбы. Ну, спецслужбы в любом государстве. Они не находятся в категории закона. Они ездят с мигалкой, могут носить оружие, у спецагентов может быть 007, любые паспорта и так далее. Почему? Потому что он выполняет какое-то высшее предназначение. И вот если человек выполняет высшее предназначение, соответственно, то он уже действует не в категории закона кармы, хотя и на спецслужбы тоже законы распространяются. Если ты взял, например, свое милицейское удостоверение, пошел там, и у бабушки, которая продавала в метро капусту квашеную, отнял мешок капусты. Правильно? Ты преступник. Но если ты служишь там государству какому-то, да, все боевики про каких-то спецагентов, которые, они полностью свободны, почему? Потому что они полностью выполняют какое-то высшее предназначение, да, там, Джеймс Бонд. И неважно, как он это делает, да, иногда Джеймс Бонд маскируется под какого-то там, ну, даже негативного персонажа, да. Вот. И это говорит о том, что он, ну, как бы он выполняет высшее предназначение, значит, он свободен от, ну, того, от тех обстоятельств, которых простые люди. Простые люди не могут там угонять машины, там, помните, да, там, стрелять, вертолеты и так далее. Или там фильм, например, «Терминатор», помните, да, ну, пример. Там женщина, которая, в принципе, понимает, что она спасает мир. А это только она понимает. Полиция думает, что она сумасшедшая, там укол ей хочет сделать, да? А она понимает, что это еще. Я еще мир спасаю, мне еще полиция мешает делать. Ну вот. То есть, поэтому часто приходят такие обстоятельства, что когда какие-то, ну, великие святые даже инкарнируют в этом мире, то это не значит, что они там, внешний мир не мешает. Эти обстоятельства, они как бы, ну вот, создают эту милу. Поэтому мы говорим, гуру в лиле находится, то есть он, потому что он связан с божественной целью, он не живет как смертный. Живет как бессмертный. Как герои фильма «Матрица», да, то есть они, помните, да, весь мир там во сне, а они вот приходят, уходят, там, совершают какой-то функционал. Просто поскольку фильм «Матрица» снимали материалисты все-таки, как-то гениально, но неправильно.
То, что там они в высшей реальности как бы спали, еще выше реальность страшно. Все наоборот. Спим мы здесь. А та реальность это. Можно вопрос? Да. А как улучшить концентрацию? Обратите внимание, на чем вы больше всего концентрируетесь? То, что привлекает ваше внимание и нравится. Поскольку нам нравится всякая ерунда, больше всего мы концентрируемся на всякой ерунде. Значит, концентрация придет в процессе изменения вкусов наших. Когда нам, например, наши приоритеты изменятся, ну скажем, не ерунда будет нас привлекать. Ну, например, там человек сидит там, спит на лекции. Там, вот, начинаешь, а девушка говорит, скажем, проснулся. Например, да, но его привлекает эта тема, значит, ну, он о ней думает. Или наоборот там. Ну, то есть каждый он концентрируется на то, что для него актуально. Поэтому, когда мы начинаем общаться духовно, для нас уже духовные приоритеты, то есть наше сознание, оно уже само выбирает. В принципе, мы все очень сконцентрированные люди. В особенности, когда выбираем себе ботинки или сапоги там в магазине, да, девушки, да, они делают это гиперсконцентрированно и могут это делать по 8-12 часов. Мы недавно девчонки наши из храма поехали выбирать себе пуховики, говорят, 12 часов мерили. Да, то есть поэтому, когда мы говорим там, может ли женщина стать йогом, если она может мерить 12 часов пуховик, прикидывать там в зеркало, да, ничего не то, то это говорит, ну, о том, что, ну, концентрированность в высшей степени. Поэтому, ну, наша задача превратить наши, как бы, ну, скажем так, слабые стороны в сильные. Что у нас есть все это в нас заложено, но идеалы и преференции у нас нет. И вот когда мы трансформируем свои идеалы, трансформируем свои преференции, то есть когда наше сознание поднимается, тогда у нас и приоритеты становятся важными. Понимаете, да, тогда уже мы говорим, да никакой смысл там, бери любой. Там, я же сегодня буду сконцентрироваться там, на лекции, у меня нет там времени, там 3 часа лазить по магазину впустую. Да. Мы же говорили сегодня о том, по сути дела, о том, что наше время, оно состоит из, ну скажем так, как есть какие-то важные вещи, как камни, да, мы ложим в коробку какие-то там, вот там. А что для нас важно? Вот когда, например, для нас что-то второстепенное становится важным, вырастает до важной степени, это плохо. Поэтому нужно понять, что такое важное для нас. Если важны какие-то духовные вещи, значит, их надо разложить вот так вот. А остальное уже маленькими камешками забивать и не давать им расти. То есть не давать нашим вот этим ложным приоритетам вырастать и захватывать наше сознание. Это вот работа над собой. Но все это происходит в категории веры. Потому что бхакти-йога и вообще подлинный духовный путь – это не способность зайти в интернет. Интернет, он должен тебе еще открыться. Знаете, да, то есть, есть такие сайты, где написано members only. Ты не можешь туда вломиться и там все скачать, или там, это не торрент. Ты должен на этом сайте зарегистрироваться, получить логин. Но есть такие сайты, ну, принцип там очень правильный. Они, там скачивается только тем, ну, знаете, да, которые раздают. Uh-huh. Это вот духовный принцип. То есть, зайдя в духовную жизнь, ты не можешь быть пассивным юзером, тогда ты вот. А чем больше ты отдаешь, чем больше ты веришь, тем больше как бы эксцесс ты получаешь. Поэтому, когда я спросил Гурудева, я говорю, а ну как вообще жить мне духовной жизнью? Он сказал, ну надо общаться со святыми. Я сказал, а как это, извините, вы меня отправляете в Россию проповедовать, как я могу общаться со святыми? Он говорит, ну как, берешь людей, начинаешь рассказывать о сознании Кришны, делаешь из них святых, общаешься с ними. Ну, он говорит, я именно так и поступаю.